Режиссером ленты «Близкий враг» стал скандально известный Александр Атанасян. После неоднозначного фильма «Сволочи» он решил оправдаться перед кинокритиками. Новая лента рассказывает об убийствах, бандитах, любви и непростом решении с интеллектуальным подтекстом. Иногда можно принять только одно решение. И оно бывает неправильным. Примитивной стрельбы в ленте нет. Все действо строится на сложных человеческих взаимоотношениях. Главная героиня – приемная дочь вора в законе. И однажды она сама решается взяться за оружие. Причиной тому послужила смерть мужа. Вообще очень трудно найти историю для девушки. Потому что в кинематографе, как правило, женщина выполняет вспомогательную функцию. Она или объект любви, или партнер главного героя. Женщина-героиня фильма, которая ведет весь сюжет. Таких фильмов не очень много. Актерский состав знаком любителям криминальных лент. Александр Головин, Роман Костомаров и Андрей Панин. А вот Дмитрию Дюжеву не повезло. Роль хоть и одна из главных, но недолгая. Его персонажа Олега Красавчика убивают на 10-й минуте фильма. Мне играть опасно эту роль, потому что у меня есть бригада, у меня есть жмурки. Уже есть криминальные персонажи. Получилось по-разному. Получилось. Теперь задача третья. Этого Олега. Да, сыграть так, чтобы он был не похож ни на Космоса, ни на Саймона. А это был Олег. Снимали «Близкого врага» около полутора лет. В процессе участвовали почти 1500 человек в массовке. Основные затраты ушли на атрибутику. Одной крови закупили 100 литров. Эту картину нельзя рассматривать в одной плоскости. С одной стороны, это криминальный боевик о жестоких нравах. С другой – фильм о любви и взаимоотношении отца с дочерью. Нам предлагают необычный боевик. Фильм получился интеллектуальным, умным и понятным каждому. Насколько умным получился фильм, убедиться можно лично в кинотеатре «Саратов». Лента будет в прокате как минимум 2 недели.